привет, дорогие подписчики, с вами Кардинайс, Кенни, Зоя, Ака, и сегодня со мной, как обычно, наш Скелетора 98G. Ака, Даня, это, Даня Громовен. Даня официально. Если вы думаете, что 98, что значит 98, это регион, да, как бы. Вот, сегодня у нас Октябрьское поле, метростейшн, опять же, фиолетовая веточка, вот. В принципе, вот так она обычненько выглядит, да. А метро у нас, получается, очень давно не было, потому что у меня не работала карта на сервере. Бля, ты переустановился, все, появилось время заснять. Вот, в принципе, таки снимаю. Фига, это куда? Здесь электорат у нас. Это лестница в никуда. Так, тут, значит, табличка. Селектор Пидоп. Отсюда. Так, у нас, в принципе, Октябрьское поле, здесь надпись, другие станции не сделал, даже куда планерная, куда у нас котельники, без понятия. Вот, тут у нас есть, опять же, такие подъемчики. Ну, в принципе, станции, ничего сверхособенного нету. Здесь у нас есть, герб коммунизма, серп и молот. Станция Многоножка. Здесь, в принципе, он такой вот зеркальный. В принципе, про станцию, наверное, больше нечего говорить. Она вот такая, не сверхбольшая. Тут, в принципе, ничего многого нету. Вот, там есть такая лестница в никуда, опять же. Я Зенит вообще, но Спартак. Да, ну, в принципе, станция вот так выглядит. Больше, наверное, про нее сказать и нечего. Вот, по поводу видосов, почему их нету, говорю, нет желания, нету времени. Сейчас шарага. Короче, депрессия. Короче, депрессия, да. Ну, опять же, на Рождество какой-нибудь выпущу обязательно, карту скину. В принципе, еще в планах там достроить доту карты, хотя бы Дайр сторону. А спорт так. И что еще там? Динамо-арена. Вот, ждите, наверное, в 20-м году Динамо-арену. Где-то так вот. Да, Ну, может, даже в 19-м под конец запилю, но опять же, вряд ли. Так что, в принципе, на этом все. С вами был Кардинал, Ирма, Саша и прочие другие прозвища. И подписчики. Подписчики. Ну, в принципе, Скелетор, да. Вот. Всем удачи, всем пока.